Ты хочешь компенсацию? Вот, хочешь компенсацию, да? Да? За лаги вот эти, ну-ка ставь лайк. Ставь лайк, и будет прям вообще идеально. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, ребят, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и не зря я сейчас у нас нахожусь в экране загрузки, потому что у нас воскресенье, и меня загрузило, да ты что будешь делать, хорошо, с ней отлично, погнали, у нас новый режимчик, и немножко нужно поговорить, потому что у нас что-то происходит крайне невероятное, происходит опять DDoS, не знаю, опять серваки лагают, опять ничего не работает, соответственно, выходные, начиная, наверное, даже с пятницы, у нас начинается такая пляска, что ближе к вечеру, ближе как раз таки к проведению всяких турнирчиков киберспортивных, у нас происходит такая тема, что танки ложатся, танки не работают, танки вообще нереально у нас как-то поиграть, порубить, и это все продолжается на протяжении, наверное, часов 6, потом более-менее успокаиваются, устаканиваются. Есть, конечно, еще некоторые такие спорненькие моменты у нас связанные с дневным временем, там тоже иногда, соответственно, критует, но происходит это крайне редко. Вот, и опять же, ты хочешь компенсацию? Вот, хочешь компенсацию, да? Да? За лаги вот эти, ну-ка ставь лайк. Ставь лайк, и будет прям вообще идеально и круто. Вот, ну, как вы, наверное, видите, как вы, наверное, понимаете, чувак у нас стоит просто флексит на одном месте. Это значит, что... Да. Это значит, что у нас опять происходит. Я думал, я сейчас зайду, я у нас нормально запишу этот ролик. Типа, просто поговорим, но походу у нас весь ролик, ребят, будет связан с тем, что мы с вами будем просто-напросто перекликиваться. Вот, и происходит такая тема у нас на постоянной основе. Сегодня даже как-то это все стало у нас немного раньше происходить, потому что, ну, может быть, какие-то ребятушки у нас решили, как говорится, подпортить киберспортивные трансляции. Maybe как раз-таки с этим делом у нас это связано, потому что разработчики у нас решили постримить, как говорится, на Твиче. На Твиче всеобщее обозрение, такие увидели, опа, Russian game, надо у нас задудосить немножечко и замутить что-то такое прям... несказанно поганенькое. Вот, и в связи с этим у нас это все дело происходит. Это мое первое предположение. Второе предположение, как раз таки, которое давали мне игроки, что, ну, просто-напросто немножко серваки танк онлайн не справляются с такой нагрузкой, потому что супер-мега актив в танчиках. Вот, и на самом-таки деле в этом какая-то доля правды есть. Объясню как раз таки почему. Сейчас у нас очень и очень крутой, соответственно, танкофондик, который, ну, я так думаю, прям мотивировал многих как раз-таки вернуться, прикупить этот танкофондец, чтобы заполучить все вот эти самые вкусные, как говорится, ништяки, которые присутствуют в этом танкофонде. Потому что, серьезно, даже если у нас всякая вот эта статистика по онлайну скрыта, то я вижу небольшую статистику, как говорится, по покупочкам, как у нас ребята закупаются, с какой, соответственно, скоростью. И я вам скажу, что, ну, вот реально танкфондец у нас растет краски, и ребята закупаются очень-очень активно. Вот этот танкфонд у нас, кстати, рекордный, там 18 лямов с копейками уже набралось, там 2200 с копейками у нас будет победителей. Я надеюсь, что я выиграю. Прям очень хочется в это верить, очень хочется на это надеяться, но там, как говорится, как видно будет, как карта ляжет. Вот, и вот такие вот две штучки, две теории у меня есть. Первая теория, то что банальный, простой дедосик, соответственно, опять танчики онлайн засветились, потому что все-таки проходит у нас такой киберспортивный, соответственно, матч, где ребят-киберспортсмены у нас, соответственно, играют, гамают, соответственно, что-то там пытаются интересное показать, какие-то интересные матчи.
Вот, пропиарятся лишний раз, соответственно, на Твиче. Вы понимаете, что если проходят всякие такие киберспортивные штучки, то обычно онлайн там всегда приятный, онлайн там всегда, как говорится, шикарненький. Блин, одна битва круче другой, закликались, а здесь у нас, соответственно, уже будет поражение. Круто, круто, очень-очень круто, прям вообще, мне эта штучка на все 100% нравится. В скобочках нет, естественно. И прикол в том, что я даже не знаю, что с этим делом сделать. Но вообще никак нормально у нас не играется. Кто-то там предположение строит, Трида, подписчик у нас, что ну ты играй просто через браузер. Через браузер, не знаю, что там у вас лагает, не лагает. Я играю вообще без проблем, не знаю. Я пробовал у нас сейчас через браузер, соответственно, загружаться. Все абсолютно так же происходит. Также, соответственно, у меня вылеты, также, соответственно, лагает. Ничего абсолютно не меняется. И процентики, которые загрузки у нас движутся, они как-то движутся тоже в каком-то поганеньком виде. По поводу компенсации давайте теперь поговорим. Будет ли компенсация за вот эту штуку? И что у нас вообще происходит в нынешних танках онлайн? А почему меня закинуло именно сюда? А, потому что там крит был, и, ну понятно. Понятненько. По поводу компенсации. Компенсация, я даже не знаю, ну, по-моему, она, ну, нужна, я бы хотел, даже такую незначительную какую-то, ну, такую, знаете, ну, чисто там кристалликов каких-нибудь подкинуть или контейнеров каких-нибудь подкинуть, но, тем не менее, было бы приятненько, я уж не говорю разработчикам прям опять жирные супер-мега-компенсации делать, просто, ну, вы понимаете, был видеоблог, в котором у нас было достаточно громкое заявление. А я считаю, это громкое заявление, что когда ты у нас выкатываешь, соответственно, такие заявки, что все, DDoS у нас полностью прекратился, DDoS у нас полностью закончился, и сейчас, как говорится, все происходит прям вообще в штатном режиме, ничего никогда лагать не будет, все, как говорится, будет идеально, товарищи игроки, можете, как говорится, расслабить свои булочки и наслаждаться игрой. Но наслаждаться игрой особо, как говорится, не получается, потому что, ну, я, допустим, сейчас просто-напросто даже не могу у нас закликаться в режим, он просто не... А, понял. Понял, почему я у нас не могу закликаться. Потому что как раз-таки меня просто-напросто не пускает туда. Окей. Это такой первый неприятный моментик, да? Вот, компенсация, я так считаю, нужна даже какая-нибудь слабенькая. Но надо ее выкатить, соответственно, игрокам. Потому что, ну, после такого заявления опять происходят у нас выходные. И в этих выходных у нас достаточно интересные режимчики. Интересные всякие миссии появились. Две миссии даже там новенькие появились. Типа критический урон нанести и убить кого-то минкой. За это у нас тоже дают ультраконтейнеры халявные. Прикольно? Да, блин, прикольно. Вот, а почему, как говорится, не поиграть в эти дни? Ну, правильно. Надо играть. Единственное, знаете, у нас такой неприятный моментик в связи с вот этими вот всякими заданочками, наверное, будет заключаться в том, что в большинстве случаев сейчас игроки у нас как раз таки играют только лишь на выходных. В обычные деньки, ну, практически никого не встретишь в танчиках, онлайн достаточно скудненький и маленький. Я вижу, что летит голдик, я просто не респаюсь. Второй голдик, я у нас тоже не респаюсь. Третий голдик, я у нас тоже не респаюсь. Ну, понятненько. Ясненько, понятненько. Я не знаю, как это комментировать. Я реально не знаю. Просто у меня на аккаунте без доната осталось буквально 3 катки сыграть вроде бы. Там 6-ю, 7-ю и 8-ю победу сделать. И я себе забираю ультраконтейнеры. Я бы очень хотел выполнить эту миссию. Но возможности как таковой я сейчас, допустим, не имею. А если я сейчас вот так буду что-то стараться делать, что-то как-то пытаться, соответственно, поиграть, пытаться это все дело выполнить, вот, и у меня просто-напросто не получится сидеть до глубокой ночи и ждать, когда у нас все дудосеры, соответственно, уже спать пойдут, но у меня времени на это нету, абсолютно, соответственно, никакого. И как вот мне к этому относиться? Хотя бы вот в связи с этим можно было бы там мне что-нибудь подсыпать.
хотя бы просто взять и выполнить заданки. Типа, не всем абсолютно чувакам, потому что начинается там заход на, соответственно, миллион своих аккаунтах, начинается у нас дикий фарм, а просто разработчики посмотрели, если кто-то у нас хотя бы там одну-две миссии выполнил, то, соответственно, он уже может зайти и забрать абсолютно все миссии. Хотя бы вот эти вот особые. Ничего большего, как говорится, да мне не нужно. Хотя бы то, что я у нас хотел выполнить, и то, что я хотел забрать. Консервы там у нас сверху падает, понимаю. Вот, поэтому, ну такое себе дело, такое себе. Достаточно поганенькое, достаточно непонятненькое и достаточно интересненькое. Но как раз таки прогресс в плане DDoS у разработчиков, кстати говоря, есть. Если раньше ты в игру просто-напросто не мог зайти от слова совсем, сейчас тебе нужно пару раз, грубо говоря, перекликаться, и ты у нас, в общем-то, можешь прогрузиться в битву, можешь там что-то пособирать, можешь там что-то как-то поиграть. Но! Есть одно большое но. Постоянные перезагрузы, и вот эти вот лаги, меня, ну, они не устраивают от слова совсем. Потому что я хочу зайти и отыграть полностью катку. Нормальную, адекватную, чтобы меня не лагало, чтобы меня не критовало. На каких-то интересных моментах, связанных с голдах, чтобы я у нас нигде не вылетал. Вот хочется все-таки стабильности уже. Вот, а стабильности у нас пока нету. От слова совсем нету стабильности. А этой стабильности как бы хочется у нас. Хочется приобрести, хочется себе ее забрать. А ее нету. И грустно, печально, обидно, досадно и как-то в каких-то моментах даже очень-очень сильно неприятненько. Поэтому не знаю, ребят, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. С вами был Вайдер, кому понравился данный видеоролик, мега голд летит. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте ставить текст создателя контента Вайдер, чтобы получать интересные плюшки, интересные призы. Всем пока-пока.